вами снова я, Евгений Касперский. Так получилось, что я был в очень-очень разных местах, на всех континентах, в обоих Америках, в Европах, Африках, Австралиях и даже на Камчатке, и даже на Южном полюсе. Но остались и мечты, те места, куда я пока еще не добирался. И космос – это одно из таких мест. Да и вообще, найдите мне такого человека, который не мечтал бы попасть в космос. Поэтому проект Ричарда Брэнсона «Virgin Galactic» за этим проектом я следил очень-очень внимательно. И однажды с Ричардом я пересекнулся на гонках Формулы-1, потом еще разок, и потом принял решение купить билетик. Итак, билетик куплен. Номер у меня 275, и именно по этой причине меня занесло в штат Нью-Мексико, там, где находится с нуля построенный коммерческий космодром, на котором стоит очень-очень забавная машинка. Эта машинка будет совершать суперорбитальные полеты, то есть это не вокруг Земли, это подпрыг примерно на 100 километров в космос, а потом назад, в режиме планера. Обещают, что будет все очень-очень безопасно, все будет все правильно, хорошо, будет много тестовых стартов, поэтому мне хочется, я надеюсь, но все-таки страшно. Потому что я теперь в списке будущих астронавтов Virgin Galactic. Меня пригласили на большую тусовку, где всем будущим астронавтам и вообще людям, которые в команде, был представлен этот агрегат, эта жестянка с пропеллером, которая должна взлететь в скором будущем, между прочим. Было очень здорово, было очень интересно. Но много еще впереди, нужно будет пройти медкомиссию, все необходимые бумаги официально уже подписаны, так что у меня есть, наверное, года 2-3 для того, чтобы мысленно подготовиться к тому, что нужно будет подпрыгнуть. Всегда ваш Евгений Касперский. Присоединяйтесь!